В аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. С лечения их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен. Разрешите присесть? Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил. Ах, как интересно. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Изумительно. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. Но об этом можно говорить совершенно свободно. Вы атеисты? Да, мы атеисты. Вот прицепился заграничный гусь. Ой, какая прелесть. В нашей стране атеизм никого не удивляет. Я позволю себе поблагодарить вас от всей души за очень важное сведение, которое мне как путешественнику чрезвычайно интересно. А вы хотите курить, как я вижу? Какие вы предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Какие вы предпочитаете? Ну, нашу марку. Наша марка. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если не секрет? Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в 10 часов вечера в Массалиде состоится заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет, этого никак не может быть. Это почему? Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но и разлила. Так что заседание не состоится. Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? Да, консультантом. Вы немец? Я-то? Пожалуй, немец. А у вас какая специальность? Я специалист по черной магии. И вас по этой специальности пригласили к нам? Да, по этой и пригласили. Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского. Вы историк? Да, я историк. Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история. Вы сколько времени в Москве? А я только что сию минуту приехал в Москву. А дьявола тоже нет? И дьявола! Ну уж это положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет!